Paramount Pictures представляет. Производство Аэроплана и Телефе. Совместно с Non-Stop. А также Movie Trax и Comedy Central. Наталья Орейро. Фернан Мирас. Диего Торрес и другие. Продюсеры Себастьян Алой и Аксель Кушевацкий. Режиссер Мартино Сайделес. Супер Крейзи. Спокойные и неглубокие воды Пуэрто-Баена – идеальное место для отдыха. В этом уголке планеты слышны только всплески морских волн и пение тропических птиц. Если есть рай на Земле, то это здесь. Новости? Приготовление полным ходом. Ясно. У нас все, дочь. Не спишь? Не, валяюсь на диване. Я тоже. Тебя тоже выгнали из кровати? Вроде того. Созвон? Фу, как я слышу, у вас там весело. Да уж. Ну а ты что, наказан? Я увлечен в том, что мне плевать на свадьбу, раз не могу сходу выбрать цвет салфеток. Да, черствее тебя не найти. Она уже выбилась из сил, организовывая все сама. Богатые угощения, музыку, декор зала. Но все же прислушалась ко мне и пошла на йогу к твоей подруге. К Вале? Отлично. С ней кто угодно уснет. Но пока, похоже, результат не достигнут. Ну, не все сразу.
А вы как, придете? Конечно, придем. Мы ведь уже сказали. Ладно, я понял. Просто ты не говорила, что вы прям точно придете. Да, Пабло, мы точно будем. Как же они достали. У меня завтра такая важная встреча. Что-то новое? Рекламный проект? Да. А хотелось бы личный проект под названием «Отпуск». Медвежонок! Идем спать? Угу. Попробую. Баньки. И тебе. Целую. Целую. Воды нет. Нет воды. Ты оплатил газ? А? Ты заплатил за газ? Я мылась ледяной водой. Вот я, баран, совсем забыл. Значит, про газ. Отключили. Займись да, этим, пожалуйста, займусь. Милый. Сразу же. Все. Люблю тебя. Считай, горячая вода. Что там у них? Летимая пчелка. Пчелки вокруг танцуют так красиво, потому что я купил им ящик пива. Что тут такое? А вот так облом заходит злая мамка. Из-за климакса похожа на бульдога самко. Ну ты ее делала. А школа? На месте, Пилат, за углом. Нико, я тебе не мама. Веди себя иначе. А знаешь что, Пиля? Иди-ка ты в одноклассники и докапывайся там до ровесников. Иди. Иди же. Йо, старуха наконец свалила. И рифма сразу хату посетила. Доброе утро, Али. Слушай, я немного опоздаю сегодня. Прости, пожалуйста. Мы увидимся. Привет. Запрыгивай. Нет. Гиерма здесь? Гиерма. Нужно отогнать свою машину. Ты перегородил мне дорогу. Машину? Да. Ух ты, оказывается, у меня машина есть. Подожди-ка, я сейчас, мигом. Да что ж, прошу тебя. Ты одна тут? А хочешь, что-нибудь поделаем? Ты да я. Судя по тебе, поедим. Я бы поел. Держи. И захватит ли вас из багажника? Мне переставить самой? Да я минуту назад узнал, что у меня есть тачка. Послушай, как сможешь. Пили, ты не поверишь, какой номер выкинул этот подонок Рауль. Я его убью. Пообедаем вместе. Потом я на работу. Моя очередь, сеньор! Поезжай уже, ты курица! Но ведь... Джесси, просто блестяще, чтоб младенцы в деловых костюмах просили бармена еще по бутылочке детской смеси. Спасибо, Али, я так рада, правда? Да, да. Неожиданно как-то. Ты не верится умница. Даже. Это надо непременно отпраздновать. Может, поужинаем сегодня? Хорошо. А? Привет, всем привет! Али, так. Прости, в центре опять ужасные пробки. Да ничего. Его еще нет? Кого? Клиента. А, тебе не сказали? Нашу встречу перенесли. Нет, мне не сказали. Так ты что, проспала? По лицу видно. Да не, утро просто вау. Да уж, 40 тебя не сидит. Мне еще нет 40. Ну, плюс-минус. Кто-то занял мою парковку, ребята. А, кто из можно вас? Можно на минуту? Ко мне. Пили,
Как давно ты тут работаешь? 15 лет при твоем отце и при тебе еще 3. 18 лет? Жесть, чуть меньше, чем я живу. Кофе будешь? Нет, спасибо. Ну да, годы давления. Просто не хочу. Ладно. Звонил твой любимый клиент. Эмбаркар? .com. Исполняется 15 лет компании «Корова на каникулах». И они хотят рассказать об этом в соцсетях. Правда? Класс. Да-да, спрашивали о тебе, они тебя обожают. О. А я тут задумался о стратегии развития нашего агентства. О перспективах, так сказать. Сегодня важны лайки, ретвиты, фолловеры, верно? Конечно. Да? Угу. А ты в этом не особо шаришь. Ну, почему же? Вполне разбираюсь. У тебя реально есть Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, хоть один челлендж в ТикТоке? Ты в теме? Давай к делу. Слыхала о Майе Конторини? Это та молоденькая модель? Фэшн-блогер, диджей, актриса, ютубер. Майя? Самый топчик. У нее уже 1,5 миллиона подписчиков в Твиттере и 500,000 в Инстаграме. В Ютубе 2 миллиона. Инфлюенсер номер 1 в Аргентине. Смотри, вот она. Ну вот, любимки. Пришла к нам в гости. Наш обзорчик мы закончим в кабинете у топчика. Самого наикрутейшего парня. Алехандро Гомеса Приетто. Ты просто бомба. О, чудо! Ведь это Пилар. Я всю жизнь мечтала познакомиться с вами. Друганы и подруженцы, еще один номер один. Давай. Сеньора, привет. Ничего, подмонтируем. Пилар – мега-эксперт по рекламе. И теперь будет работать на меня. Зачетно. Красотка. Зашибись. Спасибо, ребятки. Нет, 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 нет. В каком смысле? Нет, нет, Майя, нет, никто ни на кого не работает. Нет, нет, конечно, сори, это чисто для подписота. Им нравится думать, что я самая главная в этом мире. Пипе подтвердит. А так мы, конечно, Dream Team. Мы команда. Пили, Майя, Майя, Пили. Пили, Майя. Знакомьтесь, привыкайте друг к другу. Я хочу, чтобы вы совместными усилиями доставили нашу дивную корову на каникулах прямо в 21 век. Вместе, потому что нужно взять лучшее из обоих миров. Каких миров? Мира будущего и твоего мира, Билли. Долли, Индия просто отпад. Все машины уступают мне дорогу. Там за мной бегают с ножом, а тут с бусами из цветов. Я богиня, в прямом смысле слова. Пакуй чемоданы и дуй в отпуск. Звонит Пабло. Привет, как дела? Привет. Не занята? Есть минутка? Да, слушаю. Постой. Ты помнишь рекламу «Корова на каникулах»? Шутишь? Ты тогда сделала настоящий шедевр. Боже, шедевр. Да, роли крутили по всем каналам. Это был крутой шлягер. Шлягер? Тебе что, 70? А ты где? В твоем баре? Да, мне самому не верится. Посмотри, кругом такая... Красота. Надеюсь, мы откроемся. Совсем скоро. Ты зацени дизайн. Красотища. Надо забежать. Кстати, звоню спросить у тебя, как у человека... искусство. Архитектор предложил мне эту стену перекрасить в цвет... бергамота. Что это вообще за цвет? Цвет бергамота похож на грейпфрутовый. Заяц, ты тут? Кто там? Мамуля? Маме ты нравилась. Она это хорошо скрывала. А, ты тут. Я тебе названиваю, а ты не берешь. А я разговариваю. С кем? С Пилар. А, мне звонил какой-то диджей и сообщил, что ты просил его составить какой-то плейлист. Вот зачем ты в это лезешь? Ну, я просто подумал, он бы составил, зачем а я потом нам? Проверил. А как же наши песни? Мы сами решим, когда включить Деспасито. Да я ненавижу Деспасито. А мне она нравится. Это хорошо, хорошо, хорошо. Свадьба, в конце как концов, скажешь? Ты не забыл? Потом. Да, потом. Пока. И? Неплохо, только зачем ты так истерично машешь руками? Маникюр показываю. Это обязательно? Конечно. Ну ладно. А кеда видно? На фоне лица? Да. Не, вряд ли выйдет, но давай я сделаю дубль, да. Хорошо, давай. И запомните раз и навсегда, главное ваше лицо. Отлично. Да? Класс. Супер. Про лицо и кеды странновато, но... Пойми. Майя. Да? Привет. Привет. Это твоя машина? Да. А чё? Это мое место. А, сори. Аля сказал мне пока поставить здесь. А, Аля. Да это временно, не кипятись ты так, а? Пипа, Пили? Сори.
Послушай, можешь еще разок подойти ко мне с таким недовольным лицом? Фолловеры тащатся от скандалов. Идет? Вы начали с «Привет, это твоя машина?» И да. Запили эту стрёмную мину. Ага. Вдох на раз. Выдох на пять. Не надо подавлять свои мысли. Поддайтесь расслаблению. Он просто кобель. Кто? Поверить не могу. Сантьяго? Какой Сантьяго? Рауль! Все из-за него. А Сантьяго? Сантьяго был нужен, чтобы меня заревновал Рауль. И в итоге? Он в Тиндере. И? Что «и»? Он обзавелся Тиндером. Это же приложение для секса на одну ночь. Там тусят одни легкомысленные девки, готовые на все. О, да. А ты откуда знаешь? Я поставила ему суперлайк, а он мне нет. То есть ты тоже в Тиндере? А где ты думаешь, мы познакомились с Сантьяго? Постой, постой, Валерия, погоди-ка секунду, не спеши. Невероятно, еще и месяца не прошло. Валерия, вам обоим нужно двигаться дальше. Да пойми же, ему надо дать какое-то время, чтобы... Вале, я с кем говорю? Да, я слушаю. Дать ему какое-то время – отличная идея. Я про себя расскажу? Да? На работе сегодня кошмар. Валерия, я с кем говорю? Да, я слушаю тебя. У меня ведь руки работают отдельно от головы. Именно это Рауля и восхищала во мне. На меня повесили одну деваху. Она флогер, ютубер. Ясно. Не, да он сказочный говнюк. Оставь меня в покое. Ты представляешь? Ну уж, дудки. Николас. А! Здравствуйте. Вы по поводу газа? Да. К вам? Да. Надо было газу поддать и не опаздывать. Нет-нет, дома мой муж. Муж у нее там размечталась. Распишитесь, смена закончилась. Нет-нет-нет, прошу вас, на минуточку, я вас провожу. Рабочий сейчас... день окончен. Но вы же еще здесь. Ну, мало ли, ваша подпись. Час. Что? Я могу творить только, когда чувствую в перепонках всю боль этого мира. А бедняга звонил в нашу дверь целый час. Опять мне мыться холодной водой? И когда я творю, я себе не принадлежу, ты же знаешь. Я лишь проводник между холстом энергии Вселенной. А Вселенной нет дела до горячей воды. Лапуля, потерпи еще денек. Быт — это мелочи. Все. Послушай. Твой сын... Да? Твой сын прислал мне фотку своей задницы. Слушай, он подросток, он так самовыражается. Лучше пусть шлет свой зад тебе, чем по подъездам обжимается с кем попало. По ошибке не ту кнопочку нажал, мне тоже пришло. А я должна спокойно реагировать на его вот это. Сычинок, он сопляк, и я уже отругал его. Что еще ты от меня хочешь? Его мать вечно отсутствует, и все, я... Любимая, я весь день пытался поймать это состояние, и вот, наконец-то, меня посетило вдохновение. Дай мне закончить еще не полчасика. Не трогай меня. Умоляю, ну, пожалуйста, я даже музыку сделай тише. Ну вот, пропал. Вы видите знаки, сеньор? Видишь этот знак? Мне похрен, деваха. Сегодня мне опять снился все тот же сон. Он мне снится почти... каждую ночь. Мне даже как-то стыдно рассказывать. Так вот, будто я на острове в Карибском море. Лежу на пляже, загораю в шезлонге, в бикини. Одна попиваю пинаколаду на роме. Нет, сразу три пинаколады. Вдруг чувствую, кто-то подошел, загородил солнце. Я такая поворачиваю голову,
А там мужик. Проходит секунда, и из-за его спины выходит второй. Третий. И все такие горячие. Я, конечно, в смущении опускаю глаза вниз. И тут понимаю, что они абсолютно голые. И у каждого стояк. Я аж застыла. Ну и знаешь, как это бывает во сне? Вроде как через полчаса конец света, а я отрываюсь в Диснейленде для взрослых. Прошу прощения, желудок подводит. Уже 2 дня поносит. Тихий ужас, просто кошмар. Правда, так неловко. Прошу прощения. Так про что ты рассказывала сегодня? Давай-ка лучше поговорим о лекарствах. Как ощущения на этой неделе? Полегче? С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, Рокито! С днём рождения тебя! Задувай, задувай! Задувай, задувай, кошачий дурик! Смотри-ка, как он рад, что тетя пришла в гости. Бабушка уже поздравила. Мама заходила? Нет, звонила. Спасибо, что ты пришла. Кто знает, сколько дней рождения ему осталось. Ты чего? Хотелось повидаться. И к черту диету. Послушай, у меня есть 2 новости. Ну-ка. Хорошая и плохая. Но я начну с хорошей. Валяй. Мне доверили проект «Дом в Росарио». Да! Как это здорово! Я так рада! Им понравилось мое предложение. Как же круто! Да, 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 да. А теперь плохая. Так. Я лечу в Росарио завтра. И хочешь, чтобы я присмотрела за Рока? Сильно напрягаю. Нет, ничуть. Объясни мне все про лекарства, и я сегодня же его заберу. О, нет. Он ведь интроверт и не выносит переездов. Ветеринар сказал, что ему лучше остаться дома. Он такой слабенький. Кот? Интроверт? Да, ну как, сможешь приезжать к нему? Можешь на меня рассчитывать. Выпьем мате. Может, просто выпьем? Думаю, мы договорились. Да, ты умеешь болтать. Слушай, я подумал, а может мне снять из центра? Ну, я ее там пригласил. Не, лучше оставайся за стеклом. Это ведь важное освещение. Тут? Пойдет. Итак, девушки, Серхио, для начала благодарю, что обратились в наше агентство и лично ко мне с этим проектом. Серхио, вот смотрю я на вас и тут же вспоминаю, как начиналась корова на каникулах когда-то в этом самом кабинете. Да, тогда мы были помоложе. Кто? Что ж, давайте же начнем. Очевидно, сейчас самый подходящий момент для активного продвижения в соцсетях. В Ютубе, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере. А что с контентом? Так-то мы уже везде есть. Эмбаркар, да, есть, но не корова на каникулах. Мы запустим широкую кампанию с участием звезд, и они откроют новую страницу. Так, свяжут воедино сам бренд и корову на каникулах. И тогда аккаунт в соцсетях... Извини, Филипп. О, да, Аля, могу я вставить словечко? Конечно, вперед. Ты сказала про звезды. То есть знаменитости. Да, я в курсах. Просто звезды немного не в тренде, звезды для бабуль и детей до 3 лет. Надо же, давно доказано, что это работает. И даже. Раньше работало, уже нет. Ребят, правда, я уже так устала от этих совещаний и разговоров про яркий контент и что телевидение должно измениться, потому что по нему никто ничего уже не смотрит, и бла-бла-бла. Как и где мы продаем наш продукт, вот что важно. Людям нужен реальный опыт, идущий от первого лица. Поверь, Пили, звезды уже никому не интересны, это прошлый век. И вот что мы сделаем. А можно опустить штору? Да, опусти пока штору. Итак, я тут набросала несколько эскизов, чистая импровизация, одни идеи. Вот они. Серхио? Готово, Пили? Да. Мы запустим движение «Корова в каждый дом». Люди обожают такие движения. В твой дом, в мой дом, в дома геев и трансгендеров, в дома либералов и косплееров, в каждый дом. Это взорвет. Это новое мету, оригинальный вирусный контент, и да, такого еще не было. Что-то вроде мемов? Нет, мемы остались в 2К14. Нет, нужно что-то вирусное по 5-10 секунд. Майя, за 5 секунд людей не зацепить, в курсе? Кого как, Пили?
Но у моего поколения нет времени вникать. Каждую секунду в мире появляется 10 тысяч тиктоков, и все они гораздо прикольнее этой беседы. Все, конечно, замечательно, но я не слышу четкого плана. Четкий план? Его распишет твой психолог, когда нагрянет кризис 40. Нет, мы еще не в том возрасте. Ну, не все мы. Нам нужна импровизация, дерзкая, смелая и пуканобомбящая. Давай накидывать. Пиле? Ну же. Давай. Уже должно быть 4 идеи. Ладно, потрачено. Мы работаем на разных скоростях. Но я бы работала в этом направлении. Отлично. Так мы и сделаем. Посмотрим, какой вирусный контент сможем придумать. А как будет первый результат? Снова соберемся и все обсудим. Сержи, спасибо. Да. За работу? За работу. Отличная живо. Отличная идея. Ты можешь стать молодой. Можно я общий план сниму? Спасибо. Нам будет. Прошу ко мне. А где машина? Эвакуатор увез. Как? Я просил его не увозить, но заднее колесо было прямо на линии. На какой еще линии? Ты сам указал встать сюда. Спокойно, не надо так волноваться. Ты должен был смотреть за машиной. Так я и смотрел, сеньор. В оба. Ты где? Мне плохо, не знаю, что делать. Тебе лучше? Угу. Даже не знаю. Навалилось все разом, и я сломалась. Прости, что позвонила. Ха-ха, да ты чего? Все нормально, все нормально. Я звонила Хавьеру, но он не ответил. А кому еще позвонить? Я просто... села прямо на тротуар, жалкая. Прости. Не переживай, я все понимаю, жизнь порой подкидывает проблем. Моя проблема в том, что я не могу признаться сама себе. В чем? В том, чего я хочу. И чего ты хочешь? В смысле? Ты. Чего ты хочешь? Я же сказала, что мне это сложно понять. Да ну, скажи, чего ты хочешь прямо сейчас? Сейчас ничего. Такого не бывает, чтобы совсем ничего. Крепкий кофе, сэндвич, хороший фильм, трех мулатов под боком в конце концов. Ну давай, давай, колись. Хочу, чтобы ты меня обнял. Обнимешь? Все в порядке? Да. Привет. Тебе Привет. Не учили пользоваться телефоном? Извини, я уже выходил, и тут... А что случилось? Ты мне звонила? Я ей говорю, я звонила каждые 5 минут. Подумала, что ты тут застрял с мужчиной. Прости, я просто не услышал телефон. А. Правда, у Пилар такие проблемы. О, проблемы. Ага. Серьезные? Выглядишь неплохо. Да, мне уже лучше. Ну и чудно. Идем. Да, да, все, все. Идем. Заберу вещи и двинемся. Не волнуйся. Я не волнуюсь. Жарко, да? У тебя проблемы? Да, на работе. Мне фиолетово. И ты, и работа. Ты держишь меня за дуру? Думаешь, я не видела, что ты ему пишешь? Но... Что но? Что ты здесь забыла? Мне тебя так жалко. Пишешь ему, звонишь. Я тебя никак не пойму. Между нами ничего... Само собой. У тебя просто жалкий юзанный вид.
Ты слишком стара для него. Вот ты и вот я, а? Ты любишь Челентано и ложишься в 9. Его, конечно, иногда тянет на винтаж, но не в плане женщин. После свадьбы ни смс-ок, ни звонков. Ты поняла? Ты поняла? Иди домой. Иди домой! Ты там скоро? Моя душа безгранична. Ничто меня не остановит. Сеньор? Ибо моя душа безгранична. Сеньор! Ничто меня Сеньор, не остановит. Сеньор, не надо, умоляю вас! Все хорошо? Спокойно, милая. Это всего лишь мой старый пиджак. Что? Все нормально. Все в порядке. Это церемония, ритуал. Вы-то в порядке? Да, извините, что помешала. Не похоже. Что? Не похоже, что вы в порядке. Не тревожьтесь. Я подумала, что вы решили спрыгнуть. Спрыгнуть? Нет, милая, что вы. Это всего лишь ритуал. Судя по макияжу, это вам нужна помощь. А я могу... помочь, я занимаюсь практиками духовного излечения. Духовного? Угу. И как это работает? Мне самой от себя противно. Чтобы тебе помочь, мне нужно понять, что ты чувствуешь. Я чувствую, будто... застряла. Заморозилась. Как если бы я была в аэропорту и долго ждала своего рейса. Куда-то, неважно куда. Но меня не зовут. И я все сижу, жду самолет, который так никогда и не взлетит. Смотрю по сторонам, все чужие самолеты взлетают. Ага. А чего бы тебе хотелось? Вернуть деньги за билет. Я не знаю. Я давно делаю то, что должна, а не то, что хочу. Но ведь между этими вещами не должно быть большой разницы. То, чего ты хочешь... чего ты желаешь, уже внутри тебя. Нужно просто выпустить это наружу. Звучит неплохо. Если ты доверишься мне, я смогу помочь тебе. Нащупать свою суть – это безмерное счастье, а предать ее – огромное горе. Проведем небольшой ритуал. Он поможет тебе чувствовать себя так, как тебе хочется. Как в караоке? Да. Но немного помощнее. Тебе понадобится бокал молока и бокал красного вина. Сожги белую розу и высыпь немного пепла в бокал с вином. С красной розой делаешь то же самое, только сыплешь пепел в молоко. В него же добавляешь пару капель твоей крови. Ай. А в бокал с вином несколько капель твоей
Мочи. Вино нужно выпить. И тут же все это выплюнуть. Бокал с молоком выпьешь целиком и оставишь себе. Главное, не перепутай бокалы. И еще. В подарок. Носи, если хочешь. Не знаю, как тебе, а мне он помогает. Спасибо. Жека, а что-то ты поздно встала? Сиськи не выпускали из постели. Это и это. Ну-ка. Воздержись. Ты и так уже поправилась на пару кило. Ах ты мой пончик. Может, в зеркало глянешь? Беру ключи от твоей машины. Мою увез эвакуатор. Забери ее. Хоть что-то полезное сделай. И хватит говорить о моем весе. Через твой жир вселенной уже не пробиться. Пердунец. Вниз. Твои подписчики так любят скандалы. Там что-то с твоей тачкой. Что? О, нет, 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 ты нет. Не поздновато? Иди-ка сюда. В чем дело? Скажу тебе две вещи. У меня есть 5 минут. 3 вещи. Фу, чем воняет? Так боишься взрослую тетю? Ты серьезно? Нет? Тогда второе. Ты скажешь ютуберше, чтобы больше не совалась на мою парковку. Так в этом дело? Угу. Это всего лишь знак вежливости. Она же новенькая. Новенькая? А старенькую не предупредить? Ты права. Виноват. Что еще? Ты попросишь у меня прощения за унизительный цирк, который ты устроил вчера на совещании. Прощения? Ты забыла выпить свои таблетки? Я запихну их тебе знаешь куда! Ты выставил меня дурой в глазах клиента, на котором вы с отцом заработали кучу денег благодаря мне. Извинись. Пили, перестань. Извинись! Извинись. Иначе я подам в суд и потребую авторские за корову. В суд? В нашем деле такое не прокатывает. Да что ты понимаешь в нашем деле, пупсик ты мой? Ты просто папенькин сынок, ты просто унаследовал компанию. Единственное, что ты умеешь, это мило улыбаться вот этими щечками. Такова моя работа, нетворкинг. Нетворкинг? Ты что, в Майами? Говори на родном языке. Не надо. Я годами затыкаю дыры в этом корыте, а он мне даже парковку сохранить не может. Пили, люди смотрят. Давай потише. У тебя эти дни... Что? У тебя эти дни? Эти дни? Ну, я
Нет, у меня не эти дни, отсталый ты, ханжа. Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Да я могла бы быть твоей матерью, если бы спала, с кем попала. Проси прощения, иначе я тебя уничтожу в Фейсбуке, на телевидении и повсюду вообще! Извини, прости меня. Опа, опять завоняло, кто-то обделался? Нет. Обделался? Нет. Что было на завтрак, острые крылышки? Да ты не переживай, расслабься. А знаешь, хорошо. Ты меня убедил. В чем? Я ухожу. Что? Увольняюсь. Я устраивалась в агентство, а не к бомбе. Пилар, эй. Спилберг, сними вот это. Вале? Привет, Билли. Я вела себя с тобой как идиотка. Давай увидимся в кафе. А давай. О, какая задница. Что? Задница — это твоя жизнь, неудачник. Привет. Как ты его умыла? Что ты тут делаешь? Да, я заскочил за Софи. Хотел сделать тебе комплимент, но лучше попридержу язык. Ты всегда говоришь мне комплименты. А? А еще сделай вид, что никогда не представлял меня голой. А ты что здесь делаешь? Пришла к подруге? Да, и вот мы снова встретились. Как твоя невеста продолжает выносить тебе мозг? Видимо, да. У нее новый квест. Влезть в платье на 2 размера меньше за 2 недели. И пока 1-0. В пользу платья. Ей бы порции поменьше заказывать на ужин, а не платье. Что с тобой? В смысле? Ты такая воинственная. Ты что, поссорилась с кем-то? Ну надо же! У меня опять ощущение дежавю. Привет! В доме престарелых сегодня выходной? Она пришла к подруге, инструктору по йоге. Валерия. Ага, у меня прямо на лбу написано «тупая». Да, и с ошибкой. Что? Девчонки, не ссорьтесь, пожалуйста. Заткнись, пожалуйста. А ты послушай. Это ты заткнись. Пусть он терпит твои детские выходки, а со мной эта хрень не прокатит. Тебе мой совет. Девочка, в мире так много херовых мужиков, а ты чудом умудрилась найти такого славного. Заботься о нем. И главное, не давай протрезветь. Тогда он не сбежит от тебя. Пока, Зая, вечером в WhatsApp. Пока. Ну что, идем. Я стала другим человеком. Совсем другая. Говорю все, что думаю. Просто класс. Вале. Да, я тебя слушаю. Ты другой человек. Ты сейчас упадешь. Я уволилась с работы. Правда? Ничего себе. Классно. Валерия. Что? Хоть секунду без секс-эмэсок. Ну, прости. Ты права. Прости. Просто мне так паршиво. Просто жуть. Ты слышала, что я сказала? Да. А я вот забыла. Может, напомнишь мне? Пили, что за детский сад? Что я сказала? Погоди. Сейчас только отвечу, и я тут с тобой. У тебя бабушка умерла, кот заболел. Лени, телефон, отдай. Нет, дай сюда телефон. Нет, я не понял, что в нем такого важного. Ты в группе горячие тигрицы? Да и что? Ты думаешь, твои однокурсницы не проживут хоть одну долбанную минуту без твоих сообщений? Для меня это важно. А мои проблемы? Полная херня? Нет. Вот, видишь, просто... Это же твоя подруга. Да, но Марга пишет, что она встретилась с Раулем. Да хватит уже про Рауля! Открой свой внутренний глаз, ты же йоги учишь. Ладно, успокойся, все по-своему справляются с проблемами. Да? Остудим горячий? Дай сюда телефон. Ты что? Когда одумаешься, позвони с домашнего. В уборной сушилка есть? Сейчас моя очередь.
Совсем уже? Ну все, капец тебе. Чокнутая. А ты? Это нормально вообще? Бросить в меня бычком, придурок! Иди тряси сиськами в другом месте. Ха, из нас двоих сиськи у тебя! Думаешь, раз ты баба, то не врежу? Таков самец, а! Давай-ка, шеф! Дай меня, а! Давай-давай! Пусти меня, придурочная! Пусти! Идиотка! Отсепортируйся, придурок! Долбанутая баба! Ну, здрасте. Снова байку про мужа? Не открывает? Открывает. Только я решил, лучше я тут позагораю. Ах, Хавьер, твою мать. Пойдемте со мной. Нет, у тебя, конечно, милая мордашка, но мой рабочий день окончен. Мордашка? Ты что? Мордашка? Иди за мной, или я твою мордашку ногтями нашинкую, милый. Заходи. Располагайся. Подожди меня тут, милый. Хавьер? Николас! Какого хрена тут происходит? Тишина на площадке. Фу! Эти вечно такую дрянь в рот тянут. Ты зачем в моей спальне? Какого черта? Да тихо вы, просто тут удобнее снимать. Бедная невинная девочка. Перестань, зануда, я сама предложила. Хочу прославиться. Ты просто завидуешь, что у кого-то в этом доме есть секс. Прекрати лезть в мою жизнь, Пилар. Займись наконец-то своей. Мне бы очень хотелось, сопляк недоделанный, но есть одна проблема. Ты почему ты не переедешь к матери? Я с кем разговариваю? Отвечай! А что моя мать? А что твоя мать? Ты должен жить в ее доме, а не в моем. Но ей на тебя плевать. Вот и сидишь тут и дрочишь целыми днями, а теперь еще и живыми людьми. Хватит уже. Одевайся и проваливай из моей спальни. Все равно для порнозвезды у тебя фактура не та. Хавьер! У вас есть время делать заметку. Что такое? Что такое? Чем ты занят? Я искал вдохновение и нашел PlayStation по скидке и... Твой сын в нашей спальне снимает порно. Чего? Тебе смешно? Я не смеюсь. Доволен собой? Нет, чего ты хочешь от он меня? Он твой сын, и он трахается в твоей спальне, пока ты тут... Что это за дерьмо намалевано? Это эскиз для... Эскиз дерьма. Да, я это вижу. А что опять с газовщиком? Я его впустила. Ты не платишь по счетам, не ходишь в магазин, не моешь посуду, не готовишь, не трахаешь меня. А еще ты купил PlayStation. Я творец, милая. Мне нужно вдохновение. Это же не тупая, скучная работа обывателя. Пришел, поработал, ушел. Ну, как у тебя. Мне нужны эмоции, экспрессия. Понимаешь? Уходи. Куда? Под мост. Где там художники живут и помирают? Постой, постой, успокойся. Что ты раскричалась? Ну, хватит! Я... Все! Пошел отсюда вместе со своим сыном вон из моего дома! Ты... У тебя эти дни? Думаешь, у меня менструация? Да я вкалываю сутками, готовлю, плачу по счетам, дерусь с таксистами. У меня каждый день критический. Так устроен организм. Ты не виновата. А знаешь, у меня тоже бывают эмоции. Мне тоже. Иногда необходимо забыться. А вдруг у меня талант? Ну-ка, посмотрим, что тут у нас. Вот так. Все готово.
Я все починил, все настроил, подтянул. Пока вы там мило болтали, я спустился вниз, все подключил, спасибо, что надо. Можете смело мыться, горячий душ успокаивает. А еще я позвонил на станцию и объяснил, что если вы вдруг задерживаете платеж, надо просто подождать, что у вас все под контролем. Ах ты моя прелесть, спасибо. До свидания. С меня чаевые. Алло? Алло, алло, зайка, это я. Давай решим все по-взрослому. Можно я заберу PlayStation и свои игры? Просто женщины дольше эволюционируют. Нужно это уважать. Без них никак. Ну да. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, está fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Acerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cornejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. El carrusel de los sueños gorriones pequeños. О чем у вас? О ваших делах? Ах, вы будете петь! Что именно? Как только расслабишься, это как гипноз, понимаете? Но сначала нужно очиститься душой и телом. Но почему мне первому? Что там? Что такое происходит? Это просто удивительно. Невероятно! Кто там? Вы только посмотрите! Это Майя! Серьезно? Что ты здесь забыла? Ты как вошла? Я хочу показать тебе кое-что. Мне неинтересно, уходи. Ну, пожалуйста, кое-что любопытное. Мне неинтересно. Что тебе не ясно? Посмотри в глазок. 145 тысяч просмотров за день. Ты звезда Ютуба. Это твой мир, не мой. Отвали. Больше, чем у поющего лабрадора. Как тебе удалось? Ты просто другой человек. Энергия, напор, безумство. Какое же это безумство? Я тебя обожаю! Такая настоящая крэзи! Я крэзи? Вы пиколы! Блогерка! И закуси ментосом, носишься с этим членоголовым. Эй! А всем на тебя пофиг. Кроме пары малолеток, таких же неплатежеспособных. И какой тогда смысл во всей этой суете? Заветная цель все так же далека. Что смешного? Мем словила? Иди почитай лучше, через 15 минут тебя все забудут. Ну, пожалуйста, прошу, 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 всего лишь секундочку твоего времени. Я принесла шоколадку. А, я знала. Проходи. А ты нет. Я понимаю, что продолжаться так долго не может, поэтому я и подалась в агентство. Как ты ушла? Там полный хаос, никто ничего не умеет. Я ушла вчера. Да, и уже заметно. Не скромничай, Алехандро тот еще придурок. Все агентство держалось на тебе. Меня все это абсолютно не волнует. У тебя осталось 20 секунд. Ладно. Хочу работать с тобой.
Серьезно? Вместе и неразлучны. Как Чип и Дейл, как Ида и Настя, как Мария и Ремарк. Да, я все испортила своей дурацкой стратегией, но мне нужна только 10, ты. Из всего 9, агентства, Пили, 8, прошу, у нас 7, с тобой огромный 6, потенциал. Вместе 5, мы могли 4, бы горы 3, свернуть, 3, но я же... 2, 1, вон! Ну правда же, Пили, мы с тобой как огонь и вода, коллаборации тысячелетия. Мы можем продавить все, что угодно. Да пошла бы ты на YouTube! Мне неинтересно, не хочу ни продавать, ни продвигать. Последний шанс. Скажу одну вещь и уйду. Когда от тебя все отвернутся и отпишутся, когда попадешь во все ЧС, набери меня, потому что только я смогу тебя вытерпеть. И будет Пили и Майя Forever Friends. Сейчас? Знаю, глупо спрашивать у тебя, но ты веришь в магию? Ты пьешь свои таблетки? Нет. Я все выбросила. А почему? После ритуала. Чувствую себя другим человеком. Сознание свежее. Чистое, как белье в отеле. Видишь, я говорю все, что думаю, и делаю все, что хочу. Например, ты похож на усталого шпица. Один ритуал? Серьезно? Не каждый день такое услышишь. Звучит диковато. Я послала начальника и уволилась с работы. Выгнала мужа из дома. Подралась с таксистом посреди улицы и выкурила вот такой косяк. Косяк? Что за косяк? Да, шмаль, курево, марихуана. Дудка, дурь! Ага. Было офигительно! Так круто, что мне аж страшно стало. Слишком сильный эффект. Страшно? А почему? Потому что не могу это контролировать. Что ты там рисуешь? Опять сиськи? Тебе самому нужен психолог. Ха, почему нет? Сколько марихуаны ты выкурила? Ты мне не веришь. Звучит как фантазия. Фантазия? Да. Ты не способна на такие поступки, не такой ты человек. Ты просто не смогла бы всего этого сделать. По крайней мере, пока. Может, потом. Не способна? Не, нет. Мне кажется, нет. Ты прав, не способна. Угу. Потому что ты кормил меня таблетками. Учил прогибаться, замалчивать эмоции, терпеть мужа-придурка. Подчиняться, не возникать, не способна. А ты на что способен? Не стоит так. Врач из тебя никакой, а твой нос вообще вызывает большие подозрения. Верни-ка мне мои деньги. Ты мне должен небольшую квартирку в хорошем районе. Знаешь, кто ты? Вор! Жалкий вор! Пилар, у тебя нервный срыв. Грабитель! Ворюга! Жулик! Пилар, положи эту таблетку под язык и дыши глубже. Тебе станет легче, моя жена их пьет. И мы вообще не ругаемся. Даже не разговариваем. Ну? Открой рот. Открой, открывай. Глотай. И не дергайся, а то проломлю тебе голову. Глотай, давай. У тебя упал фантик. Что? Фантик уронил. А, ничего. Урна в двух шагах, а ты убиваешь планету. Подними. Делать нечего. Быстро поднял. Большое спасибо. Пабло? Пили, привет. Мне нужно поговорить с тобой. Прямо сейчас? Пожалуйста. Это не займет много времени. Эй, сладкая моя, не подскажешь, как выехать на шоссе? Да, там направо, а потом прямо в жопу. Привет. Привет. Спасибо, что пришла. Присядем? Давай. Все хорошо? Да. А что случилось? Да, ничего такого. Просто последнее время мне нелегко, нервно. Сама понимаешь, почему. Твои слова запали мне в душу. И я теперь думаю об этом. Все из головы не выходит. Шутка ли? Иногда мне кажется, что я совершаю громадную ошибку. Но ведь я с ней по какой-то причине, так? Почему я женюсь на Софи? Я не понимаю, следую ли я на самом деле своим желаниям.
Ты тогда все высказала, а я подумал. Мужик, ты почему позволяешь так с собой обращаться? Ты подкаблучник? Она же все время так себя ведет. И так будет продолжаться всю жизнь, если я не положу этому конец. А может, дело во мне? Спасибо, что выслушала. Дружба с тобой многое для меня значит. Мне нужен такой человек, как ты, который чувствует меня. Так мы друзья. Это не дружба. БДСМ какой-то. Мы все время болтаем. Ты говоришь, что я тебе дорога, что я особенная. И женишься. Через 2 дня. Я слишком стара. Для мыльных опер. Эй, Пили, постой, погоди, постой. У тебя был шанс много лет назад, и ты его просрал. Я просрал? Конечно. Ты и маменькин сынок. И она настроила тебя против меня. Мама тебя обожала. Эта старуха меня? Да она думала, что я наркоманка, потому что я изучала искусство. Чего ты взяла? Она сказала мне это в лицо, а потом я рассказала тебе. И ты встал на ее сторону. Я ее ненавижу, всю твою долбанную родню. Кроме твоей двоюродной бабушки. Как ее? Ольга. Ольга Милашка, да. Она очень смешно все забывает и мяукает. Хоть один нормальный человек. Не то, что твоя мать. Хорошо, что она умерла. А то, небось, так бы и сосал ей сиську до сих пор. Эдип У тебя хренов. Что, крыша поехала? Смотреть на тебя противно. Только умерла мама, сразу нашел ее реинкарнацию. Выкручивает тебе яйца одно за другим, как лампочки в подъезде. А ты и рад. Да, настолько, что ты на ней женишься, кретин. У тебя все? Знаешь, кто ты? Счастливый идиот. Валяй. Женись на своей Софии. Ты этого заслуживаешь. Привет! Как там у вас дела? Я скоро приеду. Хотела узнать, как там мой котик. Целую. Рокко! Рокко! Маленький! Ты где, сладкий? Ракито! Кис-кис-кис-кис-кис-кис! Котя, котя! Кис-кис-кис-кис, у меня для тебя лекарство. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Ракито. Котик. Малыш. Рокко. Рокко. А, ты тут. Привет. Как дела? Что случилось? Дай поздороваюсь. Да что такое? Пилар, дай его сюда. Дай его. Пилар, дай мне кота, пожалуйста. Привет, Рокко. 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 Он спит. Наверное, зажигал всю ночь. Рокко. Рокко. Он мертв. Что? Ты давала ему лекарства? Нет. Как нет? Я забыла. Прости, я забыла. Но ты обещала позаботиться.
Я закрутилась, говорю же, забыла. Закрутилась? Да, закрутилась, но что же такого? Он не ребенок. Не ребенок, то есть для тебя это просто шутка? Рокко для меня все. Зачем ты согласилась помочь? Я бы попросила кого-то еще. Ну прости! Прости! Сколько можно просить прощения? Он прожил хорошую жизнь и ушел на пике. Это всего лишь просто кот! Просто кот! Все! Да как ты смеешь? Рокко был мне как сыночек. Уходи. Видеть тебя не хочу, живодерка. Уходи, немедленно уходи. Уйди, уйди, немедленно уйди с моих глаз. Уйди, Пилар. Спроси себя, кто ты. Фернандо Салавери, духовное исцеление. Театр Лас Магнолиас, Суипача, 1170. Спокоен, Гидо. А? Это печень. И есть твои отношения. Брось эту печень, как Патрисия бросила тебя, и стань свободным. А? Ясно. Идем. Идемте. Итак, ребята, готовы? А ты? Ага. Бросай. Давай. Сейчас? Да.
Я свободен. Я освободился. Освободился. Да, это так. Я освободился. Патрисия, я свободен. Патрисия, я свободен. Патрисия, я свободен. Патрисия. Подарочек. Спасибо. Носи. Фернандо, помните меня? Да, конечно. Вы должны мне помочь. Но я очень спешу. Послушайте меня. Я просто... слетела с катушек. И не могу остановиться. Все пошло кувырком. Я себя не контролирую. Спокойно, спокойно. Вы слушайте, прошу вас, я раню близких людей. Не можешь успокоиться. Так это работает. Нет боли, нет перемен. С меня хватит, я хочу быть как прекрати. Прежде. Прекрати. Чтобы построить, нужно сначала разрушить. И именно это тебе и было нужно. Вот. Ну уже хватит. Ну ладно, ты тот же самый человек. Все у тебя тут. Ты видела, каким счастливым стал Гидо, когда бросил печень? Отчаявшиеся люди слишком легко поддаются внушению. Вот и все. Но... ты контролируешь ситуацию. Не хочешь ранить близких людей. Так перестань. Все у тебя есть, никто тебе не мешает. Я пойду. А ритуал? Мы женимся, Софи и Пабло. Это Пабло, оставьте сообщение. Привет, это я. Нам нужно поговорить. Перезвони, пожалуйста. Привет, суперзвезде Ютуба. 200 тысяч просмотров. Больше, чем у канарейки с лицом Рианы. Ты хоть понимаешь, что на этом можно заработать? Что это? Договор о партнерстве. Читай. Партнер один с одной стороны и партнер два. Далее лучшие подружки. Обязуются. Короче, там все грамотно. По рукам? Твоя настойчивость пропорциональна только твоей тупости. Ушам не верю. Респект от Пилар. Снимай. Не снимай меня, пожалуйста. Я не снимаю. Хочешь работать в партнерстве? Это ответ «да»? Нет. Это дизлайк. Однако мне нужна помощница. Стажер за идею. У меня ни гроша в кармане. Если интересно, позвони мне. Пока-пока, инфлюенсеры. Пока. А что делает стажер? Снимает копии, бегает по поручениям и плачет по ночам от безысходности. Как я? Что тебе нужно? Пришла просить прощения. Открой. И слушать не стану. Посмотри на меня. Зачем? Ну, посмотри. Думаешь, они как перчатки? Нет, конечно же. Ты должна осознать, что натворила. Осознала. Я вела себя ужасно. Наговорила всякого. Прости.
Неудачная идея. Если не хочешь себе забыть... Нет. Постой. Ненавижу тебя. Проходи. Блох у него нет. Закрой дверь. Я поговорила с ветеринаром, он сказал, что у Рока было ожирение. Так что ты виновата, и я тоже немного. Прости меня, пожалуйста. Ладно, прощаю. Правда? Да. Осторожно. Она меня простила. Даже не прикасайся, убийца. А персов не было? Ну ты даешь. Он из приюта. Я кошка, кошка, кошка. А это твоя тетя, тетя, тетя. Привет, Пабло, это я. Ты наверняка злишься, и ты абсолютно прав. Прости меня, прости, пожалуйста. Я на тебя набросилась, оскорбила, наговорила гадостей. Пожалуйста, перезвони мне. Да, входит, я начинаю. Да, давай. А вы с этим что-то тихо, тихо. Ну что, все. Без тебя в моей жизни нету смысла. О тебе одни мои лишь мысли. Я прошу, вернись ко мне, стоя на коленях. Без тебя жизнь отстой. С тобою более-менее. И на этом пока все, потому что ты пришла, любовь моя. И мы не успели дописать до конца. Ничего не понятно, что тут написано. Каша какая-то. Фух, ну как, понравилось? Приготовил твои любимые. И даже отметил, где какая начинка. Любимая, я знаю, что никогда не был идеальным мужем, даже близко, но, понимаешь, я понял кое-что очень важное. Я запишусь в спортзал, возможно, даже буду ходить в него, буду помогать тебе с домашними делами, хотя бы хвалить за то, что ты их делаешь. Будем ходить в ресторан дважды в неделю, в кино, а потом... Хавьер. Люди ведь меняются. Хавьер. Неужели и правда все кончено? И уже давно. Надо признать. Тебе не нужно меняться. Ты прекрасен. Ты добрый, милый, заботливый. Ты хороший кот. Но не муж. То есть совсем все? Мне кажется, я мог бы измениться. Хочешь измениться? Сделай это ради себя, но уже без меня. А. Все будет хорошо у тебя. Ты правда так думаешь? Да? Ладно. Послушай, я тут подумал и прости меня за все. Вот. Ты мне нравишься. Николас, Николас, мой юный порностар, набери меня попозже, когда будешь так же стар. Удачи тебе, Нико. И тебе, старушка. Эй, папа.
Идем. Мы женимся, Софи и Пабло. Привет, я Пилар, я пришла за тобой. Ты же меня пригласил или нет? Бабушка Пабло? Да. Ольга? Да. А вы? Пилар. А, точно, Пилар. Ты так хорошо выглядишь. Спасибо, вы тоже прекрасны. Не судите строго, я делаю это в первый раз. Софи так захотела. И я сказал ей, ты с ума сошла, ведь для Пабло было важно обвенчаться в церкви. Но Софи сказала, да, фиг с ним, ты нас подаришь. Лучше ты, решено. Все так и было. Я так рад, что у Пабло появилась хозяйка. Мы все думали, его придется усыпить. В таком-то возрасте еще кому-то нужен. Пардон? Не. У многих пар большая разница в возрасте. Не такая уж и большая. Он носит хвостик и молодится как может. Да. Он старается. Да. Подстраивается под ритм Софи, а за ней иногда не угодишься. Пабло смог привыкнуть. Помню, когда мы познакомились... На дне рождения тети Лалы. Тети Лалы. Да. Пусть земля ей будет пухом. И Пабло произвел на меня большое впечатление. Ни одного слова за весь вечер. Ну, да. Может, слов 10 произнес. Меня это перепахало. Спокойный да, такой. Да, я спокойный. Помню, только он хотел что-то сказать. Она на него цирк. И тишина. И только скрип яичек на маникюренном кулачке. Я еще подумал тогда. Какая пара? Абьюз да любовь этой семьи. Неправда. Что ты такое говоришь? Доминантка! Подкаблучник! У людей есть что сказать. Нет. Да-да. Рогоносец! Прекратите его унижать. Это прерогатива... Нашей невесты. Слушай, не стоит преувеличивать. Да, я понял. А разве Софи разрешила тебе разговаривать? В общем... Зачем меня сюда позвали? Уж не речи толкать. Софи знает. Мне нравится все необычное. Она сказала, раз кольца, это на всю жизнь. Почему бы нам не сделать татуировки, коллега? Вока! Круто! Татуировки! Как тебе идея? Нравится? Ты серьезно? Да. Такой не снимешь с пальца на курорте. Могла бы у меня спросить. Зачем? Ну, просто так неожиданно. А, в этом вся суть. Так и да. Буквально минутку. А наркоз будет? Да ладно тебе. У человека боязнь и голод. Почти уговорили. Фиксик, давай. Ну, все. Ладно. Ура! Опа! Тату! Делаем тату! Всегда хотел это произнести. Можно? Да. Если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас или молчит вечно. Ну-ка. Кто? Никого? Нет? Никого. Похоже, нет. Тогда объявляю вас мужем и женой.
классно. Не перестаю удивляться, какой же Пабло все-таки болван. В точку. Но счастливый болван. Они подходят друг другу. Что я вообще тут забыла? Ты пришла одна? Да, одна. И уйду одна. Вы не ушиблись? Хорошо, все. Точно? Спасибо. Да, да. Спасибо. Ты как, Пилар? Лучше все. На студии «Велес» в 2020 году. Автор синхронного текста Инна Хистяева. Режиссер записи Игорь Ефимов. Кастинг Ольга Ефимова. Звукорежиссер Арсений Шиповских. Роли дублировали Светлана Кузнецова, Станислав Концевич, Андрей Кузнецов, Мария Цветкова, Олег Федоров, Дмитрий Стрелков, Наталья Терешкова, Валентин Морозов, Константин Ефимов, Юрий Романов, Александр Васильев, Наталья Мартынова, Полина Войченко, Иван Вальберг, Александра Жарова. Я не знаю.
otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Está fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta. Toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Se resplandece. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños.